Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Если раньше я описывала до этого всякие там простые, стойкие сибирские сорта, то сегодня хочу познакомить вас с одним необычным, очень красивым, экзотическим сортом. Называется он Шахерезада. В этом году, кто у меня заказывал семена томатов, я всем, почти всем добавляла бесплатно в подарок вот этот сорт, чтобы люди посмотрели, какие еще бывают помидоры. Помидоры ведь все очень разные. Вот это Шахерезада, еще ее называют в народе томатный персик. Это не очень обычно, я его отношу к классу экзотических. Сейчас я вам покажу и прочитаю описание. Вот, Шахерезада. Новинка, томатный персик. Необычайно интересный крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми листьями и плодами. Растение ярко выделяется на фоне других сортов крупной, густо опушенной, темно-зеленой листвой. Куст детерминантный, высотой до 1 метра. Плоды по форме цилиндрические, с носиком, напоминают крупные бархатистые оранжево-красные персики. В шутку этот сорт можно назвать томатным персиком. Томаты плотные, очень вкусные, массой 200-300 грамм. Причем при выращивании в один стебель плоды крупные, а без пасынкования мельчают. Прекрасно подходит для употребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Сорт среднеспелый, предназначен для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Ну дальше там как посев. На одном квадратном метре размещают 3-4 растения в 2-3 стебля с подвязкой. Вот этот сорт отличается тем, что он весь покрыт вот такими тончайшими какими-то серебристыми ворсинками. И он как бы переливается. Он вот в рассаде так выглядит. И потом взрослый. И помидорки чуть-чуть-чуть вот опушенные, покрыты этим пушком. Но вот когда куст большой вырастает, там эффект такой необычный. Подходишь, вот как бывают голубые ели с отливом, и вот такой стоит голубой куст, весь блестящий, такой серебристый, переливается. Конечно, никакой там сверхурожайности у него нет, это обыкновенный сорт. Просто он поражает своей красотой и необычностью. И многие вот истинные садоводы, не всегда же мы высаживаем только для еды, только есть, есть и есть, еще и любоваться. Вот такие сорта экзотические у меня, как голубая звезда, необычные, вот это Шахерезада, толстый боцман, голубые ели. Их тоже нужно иметь по несколько на участке. Я вот их тоже выращиваю именно для красоты. Поесть можно любые помидорки, но утром, когда выйдешь, и вот на солнце, даже если когда немножко роса, этот куст так переливается, такой красивый. И висят такие персики лохматенькие, помидорные персики. Кто любит красивые какие-то необычные томаты, вот можете попробовать сорт Шахерезада, не пожалеете. Ощущения невообразимые, когда видишь вот этих пушистиков. Даже вот